Всем привет, с вами Сид. Продолжаем приходить в Супраленд. Так, спасибо моим подписчикам внимательным. Подсказали в двух мне моментах, где я что-то пропустил. В одном я сам пропустил, а в другом, так сказать, не был уперт в нужной степени. Вот там в углу. Где-то здесь надо посмотреть после дома. В общем, я ходил и смотрел. Мне казалось, что дорога уходит. И там может быть секретик, но я не смог допрыгнуть. Надо проверить. Так, здесь нас... И назад нам надо будет еще вернуться, да, к тому же. Так, вот это место, да? Хорошо. Давайте пробовать. Будем поупертее. Ага. Хорошо. Вот здесь, да, я не смог, по-моему, забраться. Опа, а теперь смог. Действительно. А вот и сундук. Спасибо большое. Что тут у нас? Монетки. Монетки, это хорошо. Так. Нам, кстати, надо 200 монеток насобирать и вернуться, докупить улучшение. Так, теперь нам надо вернуться немного назад. Нам поможет, наверное, вот этот трамплин, да? Ну-ка, куда он нас отправит? Ох ты! Ох ты! А ведь мне пришла в голову мысль, я ведь могу в некоторых моментах останавливаться, нажав Ctrl. И резко топать вниз. Хм. Так, 120-70. Максимальное здоровье. Давайте. Плюс 15. Спасибо. Это хорошо. Так, что у нас здесь? Я вон туда не допрыгнул, кстати, в прошлый раз. Угу. Так, ты меня куда отправишь? Так, родной, давай. А, я тут не могу пользоваться контролом? Не могу. Обидно. Ты меня отправил сюда же. Ладно. Нам, в общем-то, сюда надо пройти. Вернуться за сундуком. Так. Нам надо, значит, зайти вот сюда, допрыгнуть все-таки наверх, потому что я не допрыгнул, а потом забыл это сделать. Так. Так. Ух ты, чуть не упал. Вот здесь я, по-моему, соскользнул тогда. Так. Так. Чуть опять не соскользнул. Как быть? Опа, вот теперь получилось. Так, хорошо. Что у нас получается здесь? Здесь у нас монетки. Угу. Как так? Очень странно, он соскальзывает иногда. Ой, да отстаньте. Вы совсем не страшные. Как же хочется иногда просто вот так нажать Ctrl и приземлиться. В нужном тебе месте, но нельзя. Нельзя, не могу это сделать. Пробуем еще раз. Сегодня я немного немногословен, чуть-чуть заболел, горло болит, поэтому молчу время от времени. Так что не обессудьте. Такая вот беда приключилась, болит горло. Так,
Так. Так. Ага. Ты наш товарищ, иди вот сначала сюда, потом вот сюда. Да блин, как же здесь тяжело залазить. Серьезно? Серьезно? То есть прям так? Ладно. Пробуем еще раз. Мы не гордые. Мы попробуем еще раз. Давайте-ка в этот раз сначала сходим за сундуком. За нужным нам. Там я упасть нигде не смогу. Вам на радость. Вот здесь. Ну вот. Так, тут нам надо зайти сюда. Да отстаньте вы. Сейчас как дам тебе. Все, второй не бежит, не хочет, как хочет. Так. Вот здесь. Да, мне подписчик тоже подсказал, что я пропустил, невнимательный был. Ну, что ж поделаешь. Бывает, бывает. Так. Ага. Теперь вот тут поднимемся. Да, точно. Точно, он был прав. Большое спасибо. Открылась еще одна дверь. И еще один сундучок. Опа, а это еще одна красная луна, да? Теперь у меня их две. Но пока где их применить... У меня нет вариантов. Так. Что у нас здесь, кстати говоря? Я там еще, да, до сих пор не был. Вон там. Ладно. Хорошо, возвращаемся. Так, так. Угу. Все же пробуем зайти сюда. Очередная попытка. Мне уже, если честно, становится обидно. Прям вот обидно. Я хочу выместить на вас злость. Все. Иди сюда. И тебе тоже достанется. Так, а здесь, по-моему, я назад-то вернуться не могу. В предыдущей локации. Да? Да, я вышел из трубы. Здесь, кстати, вот это никогда не открывается. Так, ладно. Тут товары ясны. С ними ничего нового не сделать. Так, здесь. Ну, да. Загадок здесь новых нету. Точнее, невыполненных не осталось. Хорошо. Так, у нас еще сколько бочек? Одна бочка.
Интересно, где я бочку пропустил? Может быть, как раз-таки там? Да. Ладно, друзья, сильно не злитесь, но сделаю еще одну попытку. Наверное, она вам так уже надоела, что я постоянно туда бегаю, по одному и тому же месту, и не могу допрыгнуть. Кстати, что там? Может, туда и смысла-то нет особого бежать? Ладно. Давайте последний раз пробуем. Если не получается, то пойду дальше по локации. Бедняга. Он даже ничего не понял, по-моему. Так. Давай-ка теперь мной прыгай. Прыгай, как никогда не прыгал. Спасибо. Уже неплохо. Спасибо. Отлично. Так. А я вам туда, интересно, смогу допрыгнуть? Наверное, нет. Да блин! Все. Хватит. Попробуем в другой серии. А, черт. Как же это раздражает, если честно. Что там? Вот что тут? Может, тут не особо там полезного-то ничего нет? Ладно, хорошо. Тут я поднял секретик. А здесь еще... Так, 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 так. Как вот сюда забираться, на эти верхушки прям большие? Хороший вопрос. Я могу несколько сразу... На! Прикольно. Так. Вот здесь я еще открыл. Да? А, я понял. Я понял. Еще попасть? Нет, не достаю. Почему так? Так. Да блин, как же так? Не получается. Что-то у меня сегодня в этой серии прыжки прям. Может, я что-то не так делаю? Ладно. Но больше здесь ничего нет. Только, ну, блин, однозначно по ним надо прыгать. Может быть, от всех типа прыгнуть надо?
Да как так-то? Ух ты! Это было сложно. Сложно, но можно. Серьезно? Мюррей, могучий пират, умер в результате инсульта. Вы взяли саркастически выглядящий череп его друга. Он будет хорошо смотреться дома на полке. Это я коллекционный предмет подобрал. Я понял. Опа. Все, здесь больше ничего, да? Вероятность критического урона меча плюс 5. Спасибо. Так, там точно больше ничего нет? Ну, вроде как ничего. Будем надеяться, что здесь ничего больше нет. Ладно. Опа. Получилось. Ура. Это я смог сделать. Так. Получается, здесь теперь дверь открыта, да? Так, здесь где-то надо было применить супрабол. Какой-то из штук. Теперь хороший вопрос, где? По-моему, я видел. Я еще специально думаю, надо взять мячик. Так сказать, может быть, сюда, конечно, выстрелить надо. Ой, засунься. А может, мне надо выстрел по... Эта штука не дает мне... Да. Как он говорит? А если сюда выстрелить? Не получается, да? Блин. Вот куда надо было с утроболом. Вот, он желтый становится. Ну-ка. Так, прицелимся хорошенько. Ага. Так. Кнопка. Ладно, что она делает? Что она делает? Давай смотрим. Почему ты не работаешь? Так, что у нас здесь еще есть? Так, тут тупик. Надо все хорошенько обследовать. Посмотреть, чтобы не пропустить ничего. Так, а это у нас что такое? Дайте-ка. Ага. Вот, да? Активировал. Теперь я еще и там проход. Хорошо. Да, отлично. Ну-ка. Блин. Я не могу туда запрыгнуть. Может, там что-то есть? Там, кстати, вон труба. Ладно. Хорошо, хорошо. Что здесь?
А, да? Блин, прикольно сделано. Комбо урон плюс 25. Что такое комбо урон? Урон от взрывного комбо пушки на... А, ясно. Стой. Что делает вот это? По-моему, она поворачивает вот эту трубу. Это я в прошлой серии делал. Разрешите-ка. Да, повернул сюда. Вон туда, наверное, надо прыгнуть. Смотрите, там кнопка, ее можно отключить. Ну-ка. И опять что-то не так дела. Ну, попробуем тут. Ладно. Что делает эта кнопка? Не понимаю. У тебя есть все, чтобы решить эту головоломку. Действуй. Я понял. Блин, это же так прикольно. Смотрите, я делаю вот так. Она куда повернута? Вот. Да блин, не успел чуть-чуть. Но я думаю, вы все поняли. Так, сам туда не надо. Да блин. Вот это еще сложно. Так, надо тайминги поймать. Все отлично, но только не получилось чуть-чуть. Интересно, с какой попытки? Если кто-то посчитает, напишите в комментариях. Я посмеюсь, с какой попытки я пройду. Сегодня прыжки это не мое. Горло болит, болит. Прыжки не мое. А я могу отсюда допрыгнуть просто? Ну-ка. Ну, можно уже.
Мне кажется, сегодня при просмотре этой серии у вас, мои друзья, будет гореть от того, как я не могу сделать простые прыжки. Неужели? Спасибо, у меня получилось. Да. А, то есть это мне больше ничего не дает? О, не зря пошел. Оружие альтернативный урон X2. А, типа лазер? Ясно. Ладно, куда ты меня отправишь? Ага. Я понял. Давайте. Ой, шарики, шарики, шарики. Как быть? Что делать? Вот это ж... А если я куб поставлю? Он выстрелит в нее? Куб же, да? Опа! Хи-хи. Так, здравствуй, новая локация. Ты чего? Бам, 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 бам. Так, ты еще хочешь. И ты еще хочешь. Видишь, притаился. Так, теперь все, да? Скушаем. Все. Ты чё? Задумался о смысле жизни? Откуда вы здесь появляетесь? Так. Новая загадка, значит. Что это за труба? Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть все, чтобы решить эту головоломку действий. Так, я понял. Тут я смог Я, конечно, там совершенно случайно куб поставил, не думал, что он мне поможет. Я еще даже не видел, что там будет. Теперь нам надо куб убрать. В смысле? Почему куб не полетел? Странно. Еще монетка. Так, здесь секретиков нет. Не понимаю. Куда он? Почему он исчезает? Он должен быть в трубе? Или я что-то не то делаю? Я ставлю куб. Нажимаю кнопку. Вылетает шарик. Не дает шарику умереть. Из-за того желтого стекла. Так. Здесь больше ничего не вижу. Вот эта штука, она, по-моему, не активна.
Да, не работает. Больше здесь ничего нету. Так, еще раз. Берем. Ну зачем ты отбегаешь от меня? Смотри. Я по тебе попал, извини. Я понял, надо не через трубу, а вот тут, в щель. Нет, не получилось. Стоп. Не получается? Да блин, что не так-то? Не хочет. Прям не хочет. Ну, блин. Ну а здесь он из трубы исчезает. А почему до этого он не... Очень странно. Регенерация плюс 5. Спасибо. Так, а как тебя открыть теперь? Тут случайно нельзя подняться? Нет, наверное, да. Интересно. Ну и тут не срабатывает, да? А нет, сработало. Так. Да блин, почему у вас так много? Можно похилиться. Так, спасибо. Ну что, это у нас тут секретики опять? Так, ну хорошо. Думаю, на эту серию будет достаточно. Извиняюсь, что я мало говорил. Горло побаливает. Ну, в общем, я вам объяснял. Оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи!